15 команд от предприятий и организаций города, всего 75 человек. Столько собрала традиционная городская экстремально-спортивная игра «Путь первых». Испытания не из простых. Пронести товарища на носилках, перекатить тяжелую бочку, пострелять из пневматической винтовки, пройти полосу препятствий. Одна из команд «Ависмы» – «Diamond Family» героически влетела в тройку призеров и заняла третье место. Команда «Борзые» отстала лишь на несколько секунд. «Ависма» и «Молния» в десятке лучших. Отличные результаты.